тема называется «Эвакуация в свете воспоминаний бухарских и ашкеназских евреев, которые проживали на территории Советской Азии в годы Второй мировой войны». Явление, о котором я хочу рассказать, в известной степени необычно, как по масштабам происходившего, так и по характеру самого события. Речь идет об эвакуации периода Второй мировой войны, когда вместе с представителями других народов СССР вывезено было в Республике Советской Азии значительное количество ашкеназийских евреев. И они остались живых не в меньшей мере, потому что местные общины бухарских евреев оказали значительную и разнообразную поддержку. А говорю, что я применила термины «ашкеназские» относительно евреев-беженцев с территории Европы и европейской части бывшего СССР, и «бухарские евреи» относительно местных евреев, проживавших в Средней Азии, так как процент не ашкеназских и не бухарских евреев был очень низок в Советской Азии. Сделаю маленькое отступление. В еврейской истории зафиксированы случаи, когда еврейские общины не всегда хорошо принимали вновь прибывших евреев. Например, Мордехай Арбель в своем труде пишет, в своем труде о евреях Карибского бассейна, пишет об ашкеназах, которые прибывали в Амстердам, в Голландию. И он описывает, что местные евреи сефардские давали новоприбывшим деньги только лишь для того, чтобы они уезжали из Амстердама в Америку и не возвращались оттуда лет 10-12. И это явление называлось здесь «Пачадус». Также известно, подобное наблюдалось и в отношениях между так называемыми белыми и черными евреями в Индии, в Мидрасе и в Ираке. Важно отметить, однако, что у бухарских евреев это было не так. И вот доклад представляет собой попытку показать, что несмотря на то, что ашкеназские и бухарские евреи отличались внешностью и одеждой, языком и стилем молитвы, что-то все же связывало эти две общины. Что это было? Можно ли найти этому научное объяснение? Вначале несколько слов о конструктивистской теории нации Андерсона. Бенедикт Андерсон в своей классической книге «Воображаемые сообщества», появившейся в начале 80-х годов прошлого столетия, утверждает следующее. Нации – это типично воображаемое сообщество, потому что мы никогда не знали и никогда не узнаем всех членов нашей нации. Мы даже чисто физически не смогли бы с ними познакомиться, если бы даже задались такой целью. Но при этом мы считаем, что нас что-то связывает, что-то очень глубокое, что-то очень давнее. И поэтому представляем собой некое единство. Нации создавались под влиянием некоторых факторов, связанных с печатью, образованием, развитием университетского знания. И на этой волне, продолжает Андерсон, у людей начинает возникать впечатление, что они принадлежат к определенному воображаемому сообществу. И так появляется представление о некой общенациональной истории. К указанному периоду бухарские евреи, вот здесь фотография семьи бухарских евреев, то есть потомки тех, кто некогда были подданными бухарского эмира, жили на территории республик Советской Азии, большей частью в Узбекистане и Таджикистане, но меньшей частью в Туркмении, Казахстане и Киргизии. Отмечу, что их проживание в этом районе представляло собой этнодисперсную модель расселения. То есть бухарские евреи селились среди мусульманского населения, но с ним не смешивались и сохраняли свою самобытность. Ну, несколько слов о количественных показателях. Вот обратите внимание на карту, которая сообщает о перебазировании экономических мощностей Запада на Восток. И из выше приведенных здесь чисел следует, что на интересующей нас территории находилась пятая часть предприятий с соответствующим количеством эвакуированных, в которые входили также и евреи. Но в связи с отсутствием официальных данных сложно определить число евреев-беженцев, прибывших в Советскую Азию. В любом случае речь идет об огромной массе беженцев. Кроме того, в Советской Азии находились в период войны примерно 100 тысяч евреев-граждан Польши и других стран. Местные власти столкнулись с колоссальной проблемой. В этих условиях использовались самые суровые методы. Применялись жестокие меры для координации людских потоков,
для расселения и трудоустройства эвакуированных. Большая часть эвакуированных по прибытии на место оказалась предоставлена сама себе. Они должны были не только организовывать свою жизнь, искать кусок хлеба, но и самостоятельно ориентироваться в происходящем. Еврейский народ, несмотря на тяжелейшие испытания, как и в прежние века, смог выжить благодаря взаимопомощи и поддержке единоверцев. В данном случае я имею в виду помощь, которую оказали бухарские евреи ашкеназским евреям, беженцам периода Второй мировой войны. В центре данного сообщения устные свидетельства участников и очевидцев тех давних событий, и в основном информация собиралась мной методами полевой работы. Я проводила точные интервью, зафиксированные на видеозаписях. Итак, первые контакты. Посмотрим, как вели себя бухарские евреи, узнав об эвакуированных. Самарканд. Ильяу Манинеязов по прозвищу Мулоджура. Ходит в синагогу и громко говорит своим соплеменникам. Алмазы валяются на улицах, а мы их топчем и не хотим поднять. Тысячи евреев, приехавших к нам издалека, нуждаются в еде, жилье, работе. Тысячи мицвот может выполнить каждый из вас прямо сейчас, как только закончит молитву. Его призыв был услышан. А вот свидетельство из других мест. Доктору филологии Арону Ниязбаеву в 41 году исполнилось 6 лет. Он жил в Бухаре. Вот что он вспоминал в ходе интервью, которое я с ним проводила. Папа мой, да и не только он, все евреи ходили на вокзал. Они, беженцы, приезжали поездом, и их на вокзале высаживали из вагонов и бросали с вещами. И они сидели на этих мешках. Куда им идти? Никого нет. В основном там были евреи, я спрашиваю. Да, русские евреи ашкеназы. А других национальностей там не было? Может и были, но мне 5 лет было всего, и вот то, что я видел, я запомнил. И потом мы, бухарские евреи, приходили на вокзал и их забирали домой к себе. Я помню, к нам домой папа привел русских евреев, дядя Абраму и тетю Берту. Тетя Берта была полная, а дядя Абрам худенький, с бородкой. Такая клинообразная бородка у него была. Это был уже 42-й год. Потом они привели своего родственника дяди Зяму. Надо сказать, что почти все хорошо помнили первые дни в тех местах, куда их привела эвакуация. Почти все из эвакуированных. И это объяснимо. В тот момент заканчивался долгий, изнурительный путь на восток в неизвестность. И совершался переход к новой жизни, иногда на несколько лет, иногда на гораздо больший срок. Вот свидетельство со второй стороны от беженцев ашкеназов. Юдис Шехет Фенкельштейн. Ну, здесь я просто привожу на видеоряде. Просто я даю документы, которые я буквально недавно опять собирала. Документы людей. Вот здесь переехала из Москвы. Здесь как раз первый раз мне попался кто-то, кто переехал из Москвы именно в Алма-Ату. До сих пор мне как бы в основном были люди из Польши, Бессарабии, таких из более из Белоруссии. А вот сейчас вот из Москвы мне тоже попалось свидетельство. Родом я из Литвы, из-под Вильнюса. Летом 41 года меня и моего брата эвакуировали. И в конце концов я попала в Узбекистан, в город Дихканабад, Кашкадаринской области. Я добралась туда одна. Своего брата я потеряла по дороге, потому что на какой-то станции побежала за кипятком. А поезд внезапно тронулся и ушел. Комендант посадил меня в другой поезд. Брата я нашла через 10 лет после войны. Он оказался в Казахстане. Вот наш состав приехал, люди вышли из вагонов. Все разошлись кто куда, а я стою. Мимо меня прошли две женщины, смуглые в пестрых платьях, с платками на головах. Потом вернулись, внимательно на меня посмотрели и спрашивают, ты еврейка? Да. Пойдем, бери свои вещи и пойдем. У меня нет вещей. И объяснила им, как и что. Одна ушла, а вторая повела меня куда-то. Оказалась в баню, а ведь я не мылась почти 2 месяца, пока была в дороге. Когда отмывшись, я вышла, то обнаружила, что меня ждут платья из ташкентской ткани, тапочки, полотенце и расческа. Их принесла та, вторая женщина.
потом они отвели меня в семью, которая взяла меня к себе на жительство на 3 года. Бухарские евреи оказались очень душевными, сердечными, отзывчивыми людьми. Мы плакали, расставаясь в 1944 году. Просматривая сохранившиеся документы, можно обнаружить, что в республиках Средней Азии собрались ашкеназские евреи из всей западной части Советского Союза, фактически всей прифронтовой, а затем оккупированной зоны. Если для уроженцев Украины путь в эвакуацию пролегал буквально на восток, то евреи Литвы двигались на юго-восток гораздо более протяженными маршрутами. Ну вот документы, которые показывают, как люди попадали, откуда они к 41-му, 42-му, 43-му году попадали. Из Харькова в Самарканд, из Льва в Андижанскую область, из Одессы в Новоиссикскую область, из Белоруссии в Коканд, из Киева в Бухару, из Литвы в Кашкадаринскую область, из Москвы в Алмату. Здесь вот мы видим свидетельство о браке, которое заключено было между эвакуированными. Это тоже отдельная тема, конечно, для изучения, может быть, потом. Жених это был польский еврей. И вот здесь вот, кстати, перечень всех его родственников, там человек 10, по-моему, его семьи, которые погибли во время эвакуации. Когда я спрашиваю у его жены, я с ней говорила буквально там некоторое время назад, я говорю: вы из Москвы, он из Польши, он практически не говорил на русском языке, что вы вдруг решили пожениться? Она говорит: ну смотри, у него столько родственников погибло, все-таки он был один, и вот мы решили, все-таки он еврей, все-таки мы решили пожениться. Так, ну вот перемещение эвакуированных завершилось. Надо было обживаться на новом месте, искать работу, обустраивать быт. В этих условиях бухарские евреи продолжали опекать ашкеназов, понимая, как тяжело этим людям. Душанбе – семья Эфраима и Рахели Абдурахмановых. Их частым гостем в эту пору был глава семьи Цимис. Во время войны они приехали из Бессарабии. Когда он уходил домой, Рахель передавала с ним бутылку парного молока и хлеб без горбушки, зная, что его сына язва желудка. Дети Эфраима и Рахели до сих пор вспоминают беженцев из Польши, братьев Симху и Мойши Клапера. Им еще не было и 20. Отец освободил им детскую комнату, и они жили как члены семьи. В разгар войны в 43-м году Симха и Мойша пришли домой радостно и сообщили, что в составе армии Андерса отбывают в Эрец-Исраэль. Очень трогательным было прощание. Вспоминает Софья Кайкова, Ташкент. «Всегда я помню, бабушка что-то сварит, сготовит и делилась с ними, несмотря на то, что нам самим было тяжело. Не было мужчин. Иногда ставили стол посередине двора, и каждый вносил, что у кого есть, и все вместе в клачину кушали все». Я спрашиваю: то есть неважно, приезжие, не приезжие, делились всем? Да! Не было такого, чтобы прямо в комнате кушать, это считалось позором. Бабушка говорила: иди выложи на стол, кто захочет, подойдет и покушает. В ходе интервью Мордехай Шулер, профессор еврейского университета, вспоминает такие эпизоды. «Нас отправили в еврейский колхоз. Я помню, это был колхоз имени Кагановича. Я не помню район, но это был Узбекистан. 100%. И председатель колхоза сказал: вас прислали, но мне нечего с вами делать. И отношения с окружающим населением, я помню, были очень неустойчивыми. Но с местными евреями это что-то другое. С местными, бухарскими евреями. Мое впечатление, они приняли с радостью, что есть еще евреи. Они также давали немного нам творога. Это было выражением того, что это наши. Это не в общем эвакуация, это наши. Наши. Были случаи, когда беженцев расселяли по отдаленным поселкам и кишлакам. Бухарских евреев там не было, и оказать помощь эвакуированным было невозможно. В условиях нехватки продовольствия, зимних холодов и отсутствия серьезной медицинской помощи эти люди были обречены на гибель. Уже упоминавшийся Илья Мани Джура из Самарканда организовал акцию спасения беженцев. Беженцев спрятали в огромных корзинах для перевозки фруктов и на верблюдах переправили в города, минуя военные кордоны. Характерно, что почти никто из информантов не сообщает о совместной трудовой деятельности бухарских и ашкеназских евреев. Очевидно, что в этой плоскости они мало пересекались. Вместе с эвакуированными предприятиями в Среднюю Азию приехали ашкеназские евреи
инженеры, техники, специалисты разного рода производств. А вместе с вузами и исследовательскими организациями преподаватели и ученые. Но большая часть бухарских евреев в это время зарабатывала на жизнь и на помощь своим соплеменникам-беженцам другими способами. Вот свидетельства, которые говорят об этой ситуации. Мария Калантарова, уроженка Душанбе, говорит: «Профессора, видные деятели медицины, были эвакуированы в Среднюю Азию. Почему старшая сестра Полина была такая грамотная в медицине? Так как училась у таких профессоров, они во время войны были в Средней Азии». Илья Марголис эвакуирован в Бухару. Бухарские евреи в основном это были сапожники, портные, парикмахеры, в общем, вот такого порядка люди. Торговля была очень-очень развита. Почему? Я вам сейчас скажу. Надо же было как-то жить. Ну, пару слов о языке. У евреев в диаспоре обычно два языка. В диаспоре евреи не готовы разговаривать на лашон кодыш, на иврите. Это язык для молитвы. А для бытового общения нужен другой язык. В том многоязычии, которое возникло в военную пору, общим для всех стал русский язык. Сначала официальный язык Российской империи, затем Советского Союза. Его знали беженцы из Польши, его знали евреи Литвы, Белоруссии, Украины, его знали и бухарские евреи. Использование других языков могло создать проблемы для некоренных жителей. Вот что вспоминает в ходе нашего интервью Мордехай Палцур, бывший посол Израиля в Польше. В 1942 году он находился в Ленинабаде, в Таджикистане. «Мы стояли в какой-то очереди за едой. Я помню, что там были русские мальчишки и девчонки, тоже беженцы. Они слышали, что мы говорим не по-русски, а по-польски. И они начали нас толкать и обижать». Говоря о поселившихся в доме ашкеназах, доктор Арон Несбаев уточняет: «Может быть, между собой они говорили на идиш, но с нами говорили по-русски». Наконец, была сфера, в которой две общины не просто контактировали, но где существовало глубокое единство. Это приверженность иудаизму, религиозным устоям и традициям. Ну вот яркий эпизод, относящийся к 1939 году, вспоминает профессор Пинхас Ниязов. «У нас в семье появился польский еврей-беженец, и наступила через пару дней суббота. Каждый раз по субботам дедушка брал меня на утреннюю синагогу в Москву, а в этот день мы пошли втроем. Молитва шла своим чередом, и, наконец, наступил тот момент, когда кого-либо из молящихся вызывают к чтению свитка Торы. И вызвали этого польского еврея. Он встал и замер. По его лицу текли слезы. Все молчали, а он так и стоял полминуты или больше. Потом взял себя в руки и вышел к Торе. За тысячи километров он нашел своих единомерцев». В процессе интервью с Марией Калантаровой она вспоминает эвакуированную из Беларуси семью Бухман. Речь идет о Душанбе. Он был профессором, сильнейшим хирургом Бухмана Моисея Ароновича. И этот Бухман познакомился с моим папой. А мой папа работал в больнице после всех ссылок и преследований. Он был уважаемый человек, с ним все считались. И Бухман говорит на Песах папе: «Ефраим Мурадович, ну ладно, я обойдусь без мацы, но приехали со мной мои пожилые родители. Как быть с ними?» Папа говорит: «Нет проблем, заведите их ко мне домой». И я прекрасно помню, как они оба, муж с женой, молились, стоя у окна, он накинул цицит, а она в платке. «У вашего папы дома или в синагоге?» «Нет, нет, у папы дома, какая синагога?» «Старик со старухой, они были у нас. Правда, сам Бухман и его дети тоже пришли в первые два вечера». Ну, вот здесь вот фотография, которую вы видите. Вот здесь вот пожилая женщина, это как раз вот Рахель Абдурахманова. Это спустя 40 лет, это 83-й год уже. Вот там на заднем плане как раз и сидит представительница семьи Бухман, уже Моисей Аронович ее... Муж давно скончался, а в течение 40 лет она продолжала приходить в эту же семью каждый вечер на вечер Песах. Здесь мы видим, здесь вечер Алахмания, Песах, мацот домашнего изготовления у бухарских евреев. И празднуют вместе бухарские и ашкеназские евреи празднуют праздник. И последнее, все-таки остановлюсь. Но не все беженцы выдерживали тяготы пути, и многие, прибыв на место, умирали. Хоронили ли их по еврейским законам? У Жарабоя Ханимова в Душанбе была своя лошадь и арба, и в любую погоду, в жару и в снег, он отвозил на еврейское кладбище тела умерших. В ту пору
Среди них было немало беженцев. Был случай, когда в сильный дождь и слякоть ослабевшая лошадь не могла идти в гору. И тогда старый человек сам впрягся в повозку, втащил ее наверх и предал тело земле по еврейскому обряду. После войны многие эвакуированные стали возвращаться в родные места. Кто-то сумел заново обустроиться, но были и такие, кто вернулся в Среднюю Азию. Фактически они стали дважды беженцами. Об этих людях говорила в интервью Софья Кайкова, жительница Ташкента. В прошлом. Я помню, в 59-м году сделали огромный шалаш на Суккот и сидели все вместе. Человек 40, наверное. Я спрашиваю, кто сидел? Все соседи и все эвакуированные. Они остались к 59-му году? Некоторые, да, остались. Некоторые возвратились даже. Уехали и вернулись? Уехали, а жить негде. Квартиры забрали, дома забрали, все забрали. Приехали обратно. Так вот и жили. В заключение я хочу привести выразительный эпизод. Это отрывок из моего интервью с доктором Ароном Ниязбаевым. Я всегда думал, что евреи – это только бухарские евреи, и других евреев не может быть. И если кто-то делал не так, как мы делаем, значит, это не евреи. Поэтому я спросил маму, это русские? Мама ответила, нет, это не русские. Они одеты не как мы, они говорят не как мы, но и они – сыны Израиля. Спасибо.